Молдове подвели итоги национального отбора на музыкальный конкурс «Славянский базар 2014». Финал отборочного тура прошел в Национальной филармонии Сергея Лункевича. «Славянский базар» – международный фестиваль искусств, проходящий в Витебске. На протяжении многих лет эта музыкальная площадка способствует развитию межкультурного диалога между различными народами и странами. Организатор национального отбора, известный наист и композитор Константин Москович, считает, что те исполнители, которые прошли через жесткий конкурсный отбор на «Славянском базаре», находят собственную дорогу в жизни и становятся настоящими профессионалами своего дела, обретая известность и верных поклонников. Третий раз проводится «Славянский базар». Это очень грандиозный фестиваль в постсоветском пространстве, в пространстве СНГ. И многие страны мечтают попасть на этот фестиваль. Почему? Потому что, во-первых, очень высокое профессиональное качество исполнителей, которые туда попадают. Плюс исполнение, возможность исполнения вживую с большим эстрадно-симфоническим оркестром песни славянского композитора. И, естественно, есть возможность предоставить свою страну, потому что каждый участник поет еще во второй день песню на своем родном языке. Победители и лауреаты конкурса «Славянский базар» разных лет сошлись во мнении, что участие в подобных музыкальных состязаниях закаляет молодых исполнителей, дает импульс, опыт и силы для дальнейшего продолжения музыкальной карьеры. Deep blue, but then it got loose. Deep blue.
это огромная возможность узнавать не только себя, а попробовать свои силы, почему нет, и за рубежом. Это очень здорово, это закрепляет, это дает некий, скажем, такой характер, да, что потом очень помогает в жизни. Это очень хороший шаг для Молдовы, потому что есть многие профессионалы, которые хотят участвовать, есть и люди, которые... Это один из первых конкурсов. Но если они там попадут, это уже огромный шаг в их карьеру. В первую очередь, возможность проявиться. И, как известно, если каких-то, в каких-то определенных технологиях мы не блещем, то, что касается музыки и танца, то всегда Молдова себя показывала очень высоко. И всегда где-то занимала какие-то призовые места на конкурсах и, в общем-то, на всех фестивалях выделялась своей яркостью. Так что, на мой взгляд, именно это поле деятельности, как музыка и танец, это то, на что мы должны, обязаны просто ставить большой акцент. В отборочном конкурсе приняло участие около 40 молодых исполнителей со всей республики. В финале оказались 14 певцов-конкурсантов в двух возрастных категориях. Победителями национального отборочного тура стали Андрея Брага и Виталия Негруца. Очень нравится. И кто особенно нравится? Ой, девочка эта же исполняла Хьюстон музыку. Девочка. Очень талантливая. Но песня знакомая, и поэтому нам очень нравится. Но у девочки изумительный голос. Это такой талант вообще. Просто прелесть. Спасибо за вечер. Очень понравилось выступление всех девочек, на самом деле. А кто-то особенно понравился? Да, конечно. Мария очень больше всех понравилась, на самом деле. А чем? Ну, у нее действительно красивый голос, на самом деле, и попадала в ритм, и хотя бы ее было слышно, в отличие от других. В общем, очень хорошо, и как бы рады видеть наших талантливых ребят. Ну, вот последняя девочка, я не помню, как ее зовут, но песня Уитни Хьюстон, но это вообще шедевр, я... Мурашки по коже до сих пор. 23-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 10 по 14 июля.